красиво. С такими елочками. Здесь у нас работает мэр. Это основное здание мэрии. Ну, в этом или в другом. Здесь он бывает, конечно же. Да, здание очень красивое. На Тверскую улицу, дом 13. Так и елочку поставили красивую рядом с мэрией. На Тверской улице. Все транспорт ходит. Да, вот такая красивая елочка возле мэрии со звездой. Такая красота здесь тоже. На Тверской улице. Да, красивое место. Но сейчас уже заканчивают работу. Вот собрались рабочие, работники. Так, пойду дальше. А здесь вот тоже заканчивается работа. Вот Столешников переулок. Хорошо мне знакомый. Тверская, дом 6. Да, очень знакомое место, но и любимое. Памятник Юре Долгорукому. Да, очень знакомое мне место. Любимое. Да, хорошо. Здесь путешествие в Рождество на Тверской площади в городе Москве. Вот еще раз памятник Юре Долгорукому, основателю города Москвы. Москва основана в 1147 году князем Юрием Долгоруким. Да, вот такая красота на Тверской площади. Можно прийти до 14 января. Так, еще раз здание мэрии. Вот такое красивое. С елочкой. Так, пойду дальше. Иду дальше. Как много охраны у нас. Еще солдатики идут. Так, путешествие в Рождество на Тверской площади, улице. С елочкой. Иду дальше. Здание мэрии. Глава города здесь. О, какая здесь красота. Мэрия города Москвы. Тверская улица. Тверская, дом 8. Красота. Я здесь проходила первого, но здесь уже представления никакого не было.
все закончилось. Ай, как красиво. Елочки красивы в этом году. На здании мэрии. Да, а сейчас что-то работает. Путешествие в Рождество у нас до 14 числа. До 14. Работает. Полюбуюсь на здании мэрии. Здание Моссовета, руководство города здесь уже давно работает. Да. Морская улица, дом 13. Ах, как красиво. Красивое место. Тверская площадь с памятником основателю города Москвы. Памятник Кире Долгорукому, основателю Москвы, столицы. Ну, не столица, а просто основателю города Москвы. Здесь путешествие в Рождество устраивается каждый год. Да, интересно. Интересно все с детьми. Деток обязательно нужно сюда привозить. У кого есть детки малые. Очень интересно. Замечательно. Тверская улица продолжается. Я иду дальше. Пока у меня заряд не закончился. Тверская площадь в городе Москве. Тверская улица. Столешников переулок. Очень хорошо мне знакомое место. Вот в этом доме я работала когда-то. Много лет. Советская площадь раньше называлась. Эта площадь была советская. Ныне Тверская площадь. Создание мэрии.
человек. Здание нашего совета. Ах, так красиво смотрится. Все вокруг в русских узорах, что очень радует. Иду дальше. Вот Тверская улица, дом 6. Тверская площадь. Да, глаз нет везде, но мне дальше. Иначе я не дойду, иначе до красных вот. А я вот там вот себя поснимать, пока заряд есть. Вот так я выгляжу. Привет. Привет. Пока мне не холодно. Пока не холодно. Не знаю, что дальше будет. Не отвести от такой красоты.